В уходящем году в республике проведено немало работы по финансированию целевого фонда будущих поколений. В Мирнинском районе построено жилье для медработников. В Нерюнгринской футбольной школе открыт интернат. В рамках поддержки здравоохранения 16 арктических районных больниц обеспечили оборудованием. Помимо этого, во многих районах республики установили детские площадки и спортивные тренажеры. Большое внимание уделили реализации социальных проектов. При поддержке фонда студенты-волонтеры помогают одиноким престарелым, многодетным семьям, школьники участвуют в экологических акциях и мероприятиях. У нас основное финансирование по договору с компанией «Анросы» идет от компании «Анросы». В 2016 году эта сумма составила 584 миллиона. До 2016 года эта сумма была 521. И в начале 2016 года правительство и «Анросы» достигли соглашения об индексации этой суммы. И мы вот получили в 2016 году больше суммы, чем в 2015 году. Что касается 2017 года, также есть согласие и правительства, и «Алросы» о том, что эта сумма будет индексирована в сторону увеличения. Это нам поможет еще более шире реализовать наши задачи, охватить больше населения, больше улусов республики.